Привет, друзья! У Ятора новая сигнатурка, которую он просто постоянно спамит в пабликах. И это, кстати, один из сильнейших керри в текущем патче. Это Phantom Lancer. Ятора его берет просто каждую игру. Если его банят, ну тогда играет на чем-то другом. И в новом патче его винрейт на Лансере составляет 77%. Ну, практически 80%. Это на самом деле очень высокий показатель. То есть из 10 игр 8 он выигрывает. Начальный закуп у нас — это танго, циркулетка, носки, 2 Iron Branch, ну и топорик. И самое интересное, что у Ятора 13 ранг, а играет он против БЗМ. А БЗМ у нас 3 ранг. Средний рейтинг здесь практически 11 тысяч ММР. Ну и так как скоро Новый год, я запустил новогодний розыгрыш. Решил раздать вам аркан. Всех, вообще абсолютно любых, вы просто переходите в мой телеграм и там нажимаете кнопку «Участвовать». Участников сейчас очень мало, поэтому шанс забрать арканы у вас большой. Но отправлю я их вам 1 января, уже в новом году. Желаю всем удачи. Первая ссылка в описании находится. Так, у нас пятерка Феникс против Слардара стоит и Бейна. В миду Пангольер стоит против Шадуфинда. И в харде Тайт вместе с Фурой против Спектры. Кстати, тоже очень сильная керри. И здесь Таск на 5-й позиции. Посмотрим, как Ятора играет на Лансере. Очень интересно, почему он сейчас его просто пикает и пикает. Хотя до этого он на нем играл достаточно немного. Так, закрывают здесь Бейна и забирают его. Хорошо, правда, килл достался Фуриону. Вы спросите, как он играл на нем немного, если у него есть Грандмастер. Вообще, в целом, у Ятора 587 игр на Лансере. Ну, то есть, в общей сложности это большое количество. Но если сравнивать с его остальными героями, то на самом деле уже не настолько и много. Просто он на всех героях играет много-много игр. И, можно сказать, обладел идеально всеми керрими. Всеми керри-героями. Так, по винрейту самого Лансера это 53,5%. Это очень положительный винрейт. И частота выбора сейчас в целом хорошая. 87% на 45-м месте находится. Играется только на первой позиции. В другие его линии не пикают. У него, кстати, наилучший винрейт против Вайпера, Аугармага и Марса. А наихудшие — Сенкинг, Пак и Антимаг. Так, по крипам 12 на 4. В это время будем сравнивать со Спектрой, потому что, ну, с СФом, так как он стоит в миду, сравнение некорректное. У Спектры 11 на 3, то есть она тоже фармит. И чуть поменьше, правда. На Лансере фармить достаточно удобно. У него такая мощная тычка, урона много. И довольно приятная анимация атаки. Хотя она такая слегка своеобразная, но лично мне она комфортна. Можете, ну даже не знаю как. Для большинства, наверное, тоже она будет комфортная, но все-таки она слегка нестандартная, так как Лансер то бьет копьем, то бьет ногой, там разные анимации. Обычно все-таки привыкли к такому чисто там, например, как у Свена понятный удар мечом. Здесь слегка отличается. Бегает ему курьер, привозит здесь перчатки и бант. Будет делать ПТшку. В Рейсбенд собран. Остается только Бусо Спид себе привести. Третий уровень. Прокачал первую, вторую и третью способность по одному разу. Сделал Феникс отвод, поэтому сейчас крипы заходят под вышку. Ну и здесь он... Проблем не должно быть, чтобы всех добить. Под вышкой на Лансере фармить удобно, и видим, 100% крипстат есть. Под тауром это довольно важно, чтобы вы там не теряли крипов, потому что есть такие киллер-герои, за которых очень неудобно, у них тычка. Столько урона у нее, что не получается добить иногда. Ну, видим, что к Лансеру это не относится. 25 на 5, уже на первое место вырвался, вместе вот с Тайдом они находятся. Кстати, Тайт в харде очень хорошо фармит. Ну, что неудивительно, тройки в целом сейчас довольно богатые в новом патче. Даже не в новом, в новом патче особо не изменилось ничего, в текущем патче. Но, конечно, очень ждем мы 7.35. Неизвестно, когда он выйдет. Возможно, это уже будет в новом году, в 24-м.
А может быть, все-таки и в этом, там, не знаю, в декабре. Но как будто бы слабо верится, что в декабре мы что-то увидим. Тогда получится очень долгий патч в целом. Так, закрыли. Бейн он прорубает. Накидывает сон на Ятора и... Он тем самым себя спасает. Подбирает лотос. А, нет, не подбирает. Бейн забрал его себе. 6 минута как раз была, и он только-только заспавнился. Пятый уровень. В 3 берет Phantom Rush. Ну, и первую, вторую способность как прокачал один раз, больше их не трогал. Делает отвод. Тут как раз дабл стак. Слардар, правда, тоже подфармливает. В итоге сюда отвелась еще и пачка Radiant. Не очень удобно, на самом деле, получилось. Так, Феникс. Феникса просто за секунду сбрили. Наверное, зря он там показался. Если бы не подходил, то он хотя бы выжил. А так даже непонятно, на что рассчитывал. Видимо, думал просто пролететь и к лансеру под вышку. Но не получилось. Споймал баш. Слардар фармит древних. На самом деле он тоже по крипам очень хорошо идет. 32 на 6. Лансер 36 на 6. И они практически одинаково фармят. Он даже... свою спектру перефармливает. Если так сравнить. Феникс как будто бы снова может подставиться здесь. Этого, конечно, лучше не делать. О, БЗМ убивает Тайда. 270 плюс 200 голды за него получил. Слышим звук, вылетает Пангольер. Хорошо, и это килл Тайда. Это килл Слардара. Правда, добивает его не Ятора, а Фурион, который здесь был рядом. Не знаю, как у него получилось добить, потому что там еще и иллюзии были, и все не били Слардара. Но почему-то последняя тычка Фуриону досталась. Так, кидает сон. Ну, соответственно, иллюзии сразу сон с себя снимает. Ну и пока вот 8 минут сидят, стоят просто на линии. Никуда не уходят. Который фармит чисто линию, но сейчас будет еще и лес, соответственно, тоже подфармливать. Сборочка у нас это будет фаст Аганим, а потом возьмет Радик. Он на самом деле... размышлял по поводу этой сборки на стриме. Говорил, что она прям невероятно сильна. Ну и в целом этот новый герой для него, которого он сейчас хочет постоянно брать. Ну, что и делает. Так, есть жетон. Выбивает семена себе. Вставляется под кентавра. Кентавра будет давать стан, когда рядом с ним находятся 3 юнита или больше. Поэтому он... Можете либо просто игнорировать, постоянно этот стан ловить, либо отводить. Главное, основного лансера. Ну, просто это довольно запарно, потому что у лансера всегда 3 юнита рядом. Делает ТП в мид. Начинает Аганим собирать с Blades of Alacrity. Прилетает дальше Огаракс. Так, здесь... А здесь, кстати, заблочены стаки были. Ну, как минимум вот этот. На миникарте было видно вард. Я тоже его не видел. Ну, он так понял, что он там стоит.
Посмотрим на ценность. Так, общая ценность 5400, это первое место у вражеского мидера СФ, а потом идет Ятора 5100. Для сравнения, Спектра 4300 имеет, Слардар, против которого он стоял, 4900. Ну, у Спектры дела не очень хорошо, а вот на самом деле у мидера вражеского и Слардара все очень даже неплохо. И в целом они имеют преимущество по голде, а общий счет 9-4. До Аганима остается уже немного. Здесь не будет какого-то супер хорошего тайминга на него. Ну просто нормальный. Потому что видим, что счет у лансера 0-0-2. То есть киллов каких-то здесь не было. Но самое главное, что он хотя бы не подставлялся. И за счет этого имеет 0 смертей. Остается 500 золота. Я тоже озвучивал хороший тайминг на Аганим. Это примерно 12-я минута. Ну, видим, что здесь это будет примерно, ну, ближе к 13-й он прилетит. Потом начнет собирать радианс. 9 уровень. У нас Фантом Раш замакшен. Спирит Лэнс взят в 3, и Доппельгангер все еще один раз прокачан. Здесь драка происходит в двойке, убивают Таска. СФ ультует, и, судя по всему, добивают они, или не смогут добить. Нет, добивают Кангольера, размениваются. Правда, сам СФ тоже подставляется, погибает. В это время Ятора просто фармит и пользуется моментом. Спейсом, которое ему дают, никто не мешает, может быстренько дофармить себе радианс. А вот после появления радика, то уже фантом лансер становится довольно боеспособным и будет уже участвовать в файтах. Хотя может и сейчас, на самом деле, если был бы кто-то рядом, то он бы выбежал. Но так просто нет смысла ему жертвовать своим фармом ради того, чтобы поучаствовать в этой драке. Но она, конечно, проигранная для Дайр. Видим, что разменялись они 1 в 3. Прилетает вниз и фармит. Пока что здесь. Кстати, в Dota Plus обновили карту, теперь она зимняя, ну, потому что сейчас уже все-таки 1 декабря. И также в лобби тоже оно изменилось, оно тоже все покрыто снегом. И напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я поставил зимнюю карту. Ну, так будет более атмосферно, или же наоборот, может быть, она многих бесит. Потому что я, например, всегда играю со стандартной картой, но иногда люблю все-таки поменять. Когда прям совсем надоедает. Так, возможный файт. Заэвейдил он сноубол. Сгоняется. Таск в пикполе пытается убежать, но его не отпускают. Переключаются, забирают его. Подошел еще Слардар, но Феникс ультует, и ему приходится убегать. Но его тоже не отпустили. В итоге это минус 2. И там даже была вероятность добить СФ, но все-таки внимание на Таска они переключили, и СФ убежал. А так было бы вообще минус 3. Было бы совсем хорошо. 1500 получили, Т2 забрали. Немаловажный момент. Так, Бейн перекрывает ему здесь путь. И, кстати, даже не получилось бить ТП-шку, но хватило урона. И, наверное, его отправили.
Тут уже и на F3 можно заходить. Но, конечно, так рано они этого делать не будут. Скорее, он просто пытается забрать Слардара. Пол хп снес. Заходит на хайграунд. Слардар ускоряется. И копьем добивает. Есть. Правда, споймал на себе ульт Бейна. И прилетает Спектра. Убивают. Не очень хорошо получилось. Лучше бы, конечно, он просто ушел. Не забирал бы Слардара, но хотя бы сам выжил. Но он, видимо, не ожидал, что будет такая помощь. Хотя это было логично, учитывая, что на 15-й минуте он заходит на вражескую базу. Ну и его забирают. В итоге размен вот такой вот, в минус. 570 рейдинг получили и дайр 330 золота. Так, после Аганима, я думал, будет сразу Радик, но нет, у нас здесь диффуза. Собрались. В целом, с этими диффузами он уже хорошо дерется. Крайне неприятен, особенно какому-нибудь СФу. Будет выжигать у него всю ману. Так, а вот и СФ. И, кстати, там драка идет. И даже хорошо она идет для дайр. Минус лордар и минус спектра. В сон погружают Эйятора, но сразу же его снимает Тайтхантер. Ну и драка на этом закончилась, все остальные убежали. Выбил жетон второго уровня. Берет стрелы. Очень быстро сейчас начинает фармить. С радиансом это будет еще быстрее. Но и так он удерживает позицию свою первую. По нетворсу 9900. Потом идет SF 9400. Спектра 8800. Забирают Т1 сверху. Так, забрали таска. Есть ревейдж хороший. По двоим врагам попадает. Минус спектра. Минус СФ. Хорошо, минус 3. В размен на Феникса. 1900 они заработали. Начинает ломать Т2. Тут, кстати, пока врагов не видно. Ну и сейчас все основные враги в таверне. СФ, спектра. Но вот только что они возродились. И тут же спектра забирает Фангельера в миду. Правда, килл таску достался. Но фантома скоро начнет собираться радианс. Скоро будет хватать денег на сакрит релик. Надо освободить слот. Он тут себе досты взял. А, ему дали досты. Думаю, что не он их купил. Так, СФ. Хорошо, как же сбривают. Прячет сноубол его таск. Нужно идти дальше. СФ. Хотел разультиться, но... сбивают. И забирает его Ятора. Катывается спектра вместе с таском. Забирают Ятора. Не до конца понятно, для кого этот файт более выгодный. Потому что на самом деле и у Radiant, и у Dire есть потери. Таск улетает. Ну и все. 19-18, счет 20-я минута. Идут очень ровно по киллам, но 6000 Dire смогли себе
заработать. Хотя видим, что до 15 минуты по преимуществу шли как раз таки Radiant. Но размен в итоге 2 в 1, 800 против 1000. Плюс-минус то же самое. Получают две команды. 15 уровень, правый талант прокачал. 2,5 секунды действия дополнительной ловкости от Phantom Rush. Ну и на 10-м, не помню, озвучивал или нет, он также взял правый талант. Он дает 40 урона от Spirit Lance. Тут недофармленные крипы. Руна мудрости подбирает. Стерзателя пока не забирают. Вот есть Радик. Или попробует. Нет, вроде. Сначала развернулся, потом подумал, что не стоит. Но как вариант, это попытка забрать Рошу. Главное, чтобы был бы Тайд с ними рядом, но вот он в миду далеко. А без Раваги как-то немного небезопасно. Да, он делает ТП вниз, поэтому Тайд будет рядом. Ангелер ДДшку прожимает. Немного поможет, хотя его урон здесь особо-то и не чувствуется. Ну, Radiant явно должны были догадаться, они прожимают смоки втроем. Дают скан, при том и силы тьмы, и силы света, при том в одну точку. Но силы света не успевают. И убивают Рошана, а Егис подбирает Ятора. Делает ТП сразу в мид. Снизу забрали Фуриона. Рейдинг как будто бы готовы драться дальше. Но рядом Лансер. И он тоже будет участвовать в файте. Накинули якорь. Атаска. Бейн накинул ультимейт на Ятора. Под него ультует СФ и... В итоге Ятора выживает, Эсефа добивают, плюс забирают еще Слардара и Таска. Все это размен только в Фуриона 2000. Заход будет на хайграунд сейчас. Должны сторону забрать. Думаю, успеют. Забрали Бейна. Первый барак падает. Но сейчас будет драться, кажется, прям под фонтаном. Получится ли? Ой, как же ему больно. Нажимает Доппельгангер. Нижнюю сторону полностью сломали. Переключается в мид, но здесь Т2 нужно еще добить. И возможно тогда вторую сторону снесут, если Radiant даже в пятером не смогут отдефаться. Хотя они по идее должны. У них есть все ультимейты, кроме Бейна. И вполне себе имеют возможность защищаться.
сносит спектрон. Так, влетает в СФ. Хотел летануть, его прячет в сноуболе таск. Спектра в таверне. Забрали Тангольера у Дайр. И вторая попытка подраться под фонтаном. Ну, вернее, как подраться. Скорее, сделать себе лишние киллы под фонтаном. В сон закидывают СФ. Живет Мансит. И выбивают Аегис. Вот сейчас уже, наверное, он не будет так сильно рисковать. Ой, как хорошо он смог... Нет, или не смог. Он вроде как прожал доппельгангер, но все равно почему-то был в стане. От Слардара. Добил СФа. КП. Сносят его. 700 золота плюс 1000 получили сейчас Рейдиант, плюс забрали Фариона. И в общей сложности 4500 золота заработали в размен на двоих. Еще 9000 опыта. Я даже не знаю, возможно ли камбэк, потому что у них нет две стороны, но Дайр имеют преимущество 11000. Это вообще не 30 далеко, да? То есть это отыгрывается за две драки. У Ятора есть уже дисперсер. Ну и дальше видим, здесь Тараска намечается, а потом будет Блаторн. Давайте немного время ускорим, пока они в таверне все сидят. Забрали Пангалера еще. Ну и Ятора возрождается. Летит вниз. На Т2 свою. Хочет дофармить Тараску побыстрее. Вот так уже есть значительная часть денег. 20 уровень. Левый талант берет. 10% к урону иллюзий от ультимейта. Ну и выцеливают Бэйна. Накинули на него якорь. Бэйн, в свою очередь, дает сон. Но это ему не помогает здесь выжить. Его забирают. Преимущество 10 тысяч. Падает постепенно. Какие шансы? Дот оценивает ситуацию 25 на 75. Ну, наверное, да, так и есть. Я бы примерно так же и оценил. Хотя по опыту они вы практически в ноль вышли. Удар всего 2% преимущества. Это особо ничего. Собираются идти по верхней стороне, потому что там последняя сторона. Последняя, да, линия, которую можно снести. В смоках, который единственный показывается. Соло быстренько забирает вышку. Глиф на нее не тратит, потому что он еще пригодится. Дайр явно пойдет дальше. Что 30-я минута, есть сильный отрыв именно у лансера. 21600 против 16600 у спектры. Третий уровень нейтралки берет титан сливер. Прожали смоук. По нижней стороне здесь пушит СФ. Ну, может быть, у него получится что-то, например, забрать в сторону в размен. Но, конечно, лучше бы он просто защищал свою сторону. Вовремя появляется Тараска, как раз к началу файта. У лансера делают они минус 3. Притом не потеряли ни одного из своих героев. Сейчас заберут еще и Сефа, или не будут забирать. Ходит в инвиз. Достов нету. Спектра прилетает, убивает Фариона. Здесь разлетелся СФ. Забрали еще Феникса.
скоро сравняют свой количество героев, которые здесь дерется. Но нет, убивают. Спектру выкупается Бейн. Ятора уже ушел, но иллюзиями добил Бейна на базе. А сам делает мега крипов. Потеряли Гальера. Выкупается Спектра. Но неужели снова они сейчас подерутся выгодно и убивают Тай, да? Есть 500 плюс 700. Два брака. Стоят и Рейдиант не собирают сдаваться. Эх, не получилось. Получилось, или подождите, может быть, я рано говорю, потому что остается 147 хп у барака. Нет, добивает его все-таки. Но стоял он очень долго. От Радика догорает Слардар, плюс забрали СФа. Но опять потеряли Фуриона. Преимущество 16 тысяч. Хотя по ощущениям, как будто должно было уже за 25 тысяч перевалить. А отдали еще Феникса. И если сейчас примут Ятора, то это будет, конечно, очень смешно. Он остается здесь один. Вылетает в него вся команда. И кажется, да, у него нет маны. Ему только убегать остается. И мана не появится, потому что ее выжигает Спектра. Дают друг другу 5. Тем временем мега крипы уже подходят. И... да, он реально погибает. Еще 800 плюс 1000. Шансы, конечно, стали куда ниже у Рейден, потому что все-таки мега-крипы дают о себе знать. Ангольер. Стоит. Ой, какая равага хорошая по троим. Жалко, что у Ятора нету байбека, так бы смог прилететь в файт. Забрали Слардара. Мега-крипы делают свое грязное дело. И сейчас доломают уже Т4. Дайр в полном составе, кроме Ятора, ждут 60 секунд его. Добили Бейна. Которая пишет, чтобы прекратили они защищаться. Давайте еще чуть-чуть ускорим, 40 секунд. Ятора возродится. Если к тому времени, конечно, игра не закончится. Все, наконец-то он возрождается. Летит на аванпост. Панга забрал БЗМа. Здесь у него орчит. Ну и, соответственно, дальше сборка Бладторн. И под конец вместо ПТшки это будет бабочка. Спектра здесь даже не защищается. А вот Бейн рядом решает иначе, но его за это быстренько наказали. Но Ятора тоже сам дерется вместо того, чтобы бить трон. Но с другой стороны, если бы он просто бил трон, его бы могли забрать. Поэтому он защищается. Делает под конец трипл килл. Счет более такой увесистый становится. 24-7. Ну и мега-грибы уже доносят. На самом деле, доносят трон. На самом деле, игра получилась довольно затянутая, но мы плюс-минус полностью разобрали, как Ятора играет на лансере, и плюс-минус в каждой игре делает то же самое. Кстати, вышел какой-то сейчас микрообнова. Посмотрим, что за она. Так, 28 тысяч ценность, его сборка. 832 золота в минуту и 964 опыта в минуту. Нанес по героям 73 тысячи, а впитал 43. Его прокачка на 25-м взял шанс 24% нанести атакой и 200% урона. Ну и график под конец выглядит так. Спасибо за просмотр и всем пока.